Архангельские экстремалы устроили захватывающее шоу на берегу Северной Двины. Прямо на роликах они ныряли в воду, а чтобы совершить прыжки, разгонялись с помощью мотоциклов. Чисто ради интереса. Ну, вам не страшно было? Нет, на роликах? Я первый раз, не страшно. Я захотела, я сказала, я пойду. Взяла ролики, собралась, поехала. Они приятные ощущения были, кстати. Нет, наоборот, очень приятно. Не раз только неприятно, потому что там все хлюпает. Вот правда, выплывать потом с такой ношей на ногах занятия не из легких. Это занятие становится очень популярным в разных городах. Архангельские роллеры объясняют свое влечение тем, что в городе немного площадок для экстремального спорта. Летишь туда вниз, кажется сначала высоко, ничего не понятно, зачем. А потом уже, когда плывешь, да-да-да, все нормально.